Здравствуйте, с вами таки самая выгодная программа на нашем канале. И сегодня мы смотрим, где дешевле предзаказать хеллбластеров Дарк Ангелов. А я знаю, вы хотите, пивирок-то он всем нужен. Наша точка отсчета, сайт Games Workshop, хочет за коробку аж $60. Что по курсу на сегодняшний день составляет примерно 3531 рубль. И прежде чем мы перейдем к нашему общему зачету, разрешите озвучить тех, кто в него не попал. Во-первых, это магазин wargames.net, на котором их действительно в этот раз нет. Хеллбластеров этот магазин не продает. Также в предзаказе не участвует CardPlace, на котором из всех дарков есть вообще всего лишь 4 позиции. В общем, отделы нерасторопного обслуживания работают в этих магазинах лучше, чем все остальные отделы. Ну а теперь к тем, у кого отдел нерасторопного обслуживания не справляется со своими задачами. Итак, на последнем месте у нас, как всегда, магазин commandart.ru, который предлагает вам коробку хеллбластеров всего лишь за 4000, что на 469 рублей дороже, чем на сайте ГВ. Сразу за ним совсем опустившаяся лавочка Sky, которая привезет вам хеллбластеров Дарк Ангелов всего лишь за 3680, что тоже дороже сайта ГВ на 149 рублей. Такого с ними у нас в хит-параде еще не было. Официальный дилер ГВ, магазин hobbygames.ru, расположился на 4-м месте с ценой в 3190 рублей, что на 341 рубль ниже цены на сайте ГВ. 3-е место, warlord.ru, недавно, кстати, их клуб переехал, станция та же, помещение другое, и у них цена 3030 рублей, такая симпатичненькая, и ваша выгода составит 501 рубль. 2-е место, магазин Miniatures Fun, цена, внимание, 2712 рублей. Ваша выгода составит 819 рублей. Кстати, буквально в этот вторник мы раздали нашим премиум подписчикам 3 сертификата на 5000 рублей как раз в Miniatures Fun, потому что цены-то у них приятные. И вот реально складывается впечатление, что магазины заранее знают, какие позиции я буду проверять, и чтобы выиграть в нашем хит-параде, буквально вот на рубль ставят цену меньше. Смотрите, победитель нашего сегодняшнего хит-парада – это лавка Орка с ценой в 2711 рублей. То есть Miniatures Fun 12, лавка Орка 11. На 1 рубль чисто формально, но они победили. И ваша выгода составляет в этом случае 820 рублей. Правда, в наших комментариях пользователи постоянно пишут о слишком долгой доставке из этого магазина, и мы это обязательно проверим с помощью контрольной закупки. Комментариям, как вы понимаете, в интернете верить нельзя, и у нас будет уже точная информация. Пока мы располагаем только информацией о ценах, которую до вас и доводим. Выбирайте мудро. Как всегда, цены озвучены без учета скрытых скидок, так как они представлены на сайтах магазинов и действительны на момент съемки программы. Ну а если вы представитель магазина и считаете, что нашим зрителям обязательно нужно знать о каких-то ваших акциях, то все контакты для связи в описании.